заветной тропы на дворе. С того, что ты не выговаривал с рождения буковку «Р», а может, она начинается с той рыбы, что делала мать, что все кулинары известные не смогут зафаршировать. Чего начинается родина? С кусочка хрустящей мацы, заветов святых пятикнижия, что нам завещали отцы. А может, она начинается с мерцания шабатней свечи, с открыток родни из Израиля, которые ты получил. С чего начинается родина? С еврейских местечек вдали, со старой кипы, что на дедушке, с мезузы на нашей двери. А может, она начинается с позора анкеты твоей, где в пятой графе обжигающий писал, как клеймо, ты еврей. А может, она начинается с людей, чьи открыты сердца, кто рядом и в будни, и в праздники, с которыми ты до конца. С чего начинается родина? Шаббат шалом!